оптимизируемся с тем, что пищеблок и прачечные остаются. Ну, в первую очередь, хочу вас всех поблагодарить за профессиональную работу, потому что сейчас непростые условия. Вот пандемия в этом смысле показала наши, в том числе, слабые места. И то, что сейчас мы видим, это сплав технологий, оптимизации, значит, соответствующих рабочих процессов. Это в том числе и информационные технологии, которые позволяют фактически за 100 дней построить такой объект. Я думаю, что это в этом смысле стоит, конечно же, делать примером. У нас уже много таких примеров возникает в стране, но эти новые технологии строительства дают нам совершенно другие возможности. Еще хочу сказать, что у нас очень важное событие произошло. Мы подписали постановление правительства, которое на сегодняшний день 30% ГОСТов, СНИПов, значит, и других обязательных требований делает рекомендательными. А остальные 70 перерабатывает и соответствующим образом в современных требованиях к современному строительству будет делать, соответственно, достаточно комфортными и с точки зрения современных норм строительства, не требующими огромных трудозатрат. Это сократит время, собственно говоря, стройки, это сократит издержки и опрозрачит все отношения, которые связаны со стройкой. Мне кажется, это очень важно, и хочу еще раз поблагодарить вас, здесь всех, кто присутствует, строители в первую очередь, и пожелать удачи врачам, которые здесь тоже присутствуют и, собственно говоря, скоро будут принимать эту больницу в строй. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.